Здорово всем, друзья, с вами DoublePlay, и у меня для вас топовый контент. Подгончик такой я для вас сделал. Короче, это у нас туалет лаборатории, ясное дело, понятно. Но в этой серии мы будем тратить 109 тысяч чипов. Я специально их накопил и никуда не тратил, для того, чтобы вместе с вами посмотреть, что мы можем на них купить. Поэтому не забывайте свои лайки, устраивайтесь поудобнее, погнали, приятного всем просмотра. Заходим сразу же в магазин, ребята, и видим вот 109 тысяч, даже 300 еще чипов добавок. И давайте, наверное, начнем, знаете, с чего? Давайте сразу купим скибидиста G-Man'а. Так, можно, кстати, уже сразу его и надеть. И, кстати, кому интересно, кто хочет также набрать чипы, накопить, у меня есть ссылка в описании на видос, где я показываю коротко и ясно, как фармить правильно в этой игре чипы. То есть, кто хочет, может зайти. Если не забуду, еще и в подсказках оставлю. Ну, а так, короче, ну да, это немало времени, конечно, уходит на это дело, но тем не менее... Так вы меньше расходуете чипы на прокачку скибидиста и больше можете накопить. Короче, вы там зайдете, посмотрите, все поймете. Дальше. Давайте перейдем сразу на оружие, броня то уже потом. Бластер. Давайте, знаете почему бластер? Потому что нож у меня уже был, кто не смотрел, у меня опять-таки есть ссылка на плейлист по этой туалетной лаборатории, там я его уже покупал, просто два раза или, кажется, три раза, что, короче, тыкает по агенту, и, ну, тоже урон хороший, но мы это уже видели, поэтому чисто из-за того, что мы это видели, мы возьмем именно бластер. 28 штук он стоит, давайте, 28 тысяч. И у нас в итоге остается 45 300. Ну и, скорее всего, мы с вами, понятное дело, возьмем самую лучшую бронь. Скибиди джетпак. Покупаем его. И у нас остается 10 тысяч, ребята. Ну, к сожалению, на 10 тысяч... Я, конечно, могу вот взять, знаете что? Что я могу взять? А я могу взять... Ну, барьер какой-то. Ну, зачем он нам нужен? Можно глаз-лазер. Могу, кстати, очки взять, да? А, очки за 15 штук. Ну, блин, к сожалению, у нас не хватает на это деньги. Но было бы очень прикольно именно вот эти очки именно на G-Man'а надеть. Но ничего. Если, опять-таки, это видео наберет много просмотров, я обязательно еще накоплю чипы. И мы будем с вами еще покупать всякие разные приколюхи в этой игре. Кстати, вот эта капсула неизвестного, черный. Вот это интересная штука, можно было взять. Я думаю, на G-Man'а очень даже неплохо бы даже и выглядело. Опять-таки говорю, вроде бы это как бы скины, да? Я не заметил разницы, когда я красился в эти зелья, так скажем, да? Это так называется, зелья. Ну, давайте оставим по стандарту обычного G-Man'а белого, потому что как он в сериале белый, так и тут будет белый. Мы нажимаем на играть, посмотрим, что поменялось. Вот, о, новая заставка пошла, ребята. Так, и он какой-то серый весь. Так, понятно, видите, тоже даже это поменялось, камера, да, вот это, ну, точнее, там была какая-то самая, целая конвейер, да, самая этих скибидисов, а тут типа отдельный гараж, чисто под G-Man'а. А вот насчет капсул, наверное, можно было бы и взять, потому что, видите, он какой-то серый, загрязненный, ну, ладно. Давайте, наверное, все-таки возьмем это самое в магазине, вот это вот черное зелье купим. Если что, покрасим его. Так, играть. Не знаю, мне он так будет, я думаю, круче выглядеть. Хорош. Так, я не буду его улучшать. Хотя, смотрите, 400 урона, как и было, так и осталось. То есть, ну, чтобы вы понимали, вот так с таким уроном я фармил чипы. И, типа, я так понимаю, кроме скина больше ничего не дает нам, так скажем, то, что мы купили целого аж G-Man'а. О, выглядит классно. А ну-ка. Так. Теперь давайте бластер поставим ему. Не, ну выглядит, конечно, покруче, когда его экипируешь. То есть там все механически, а тут такие скибидисты подлетают, рабочие. Так, здесь, видите, к сожалению, пока ничего нету, потому что денег не хватило. И опять-таки, фиг поймешь, там столько брони, и фиг поймешь, что из них шлем. Да есть, конечно, да, очевидно, понятно, что если ты очки купил, то это на голову надевается, типа шлема, да. Там, не знаю, еще что-то купил. Ну, вот, например, ну, не совсем понятно. Вот, например, джетпак. А ну-ка, это идет как броня, да? Это не как какая-то дополнительная приколюха.
Я думаю, что да. Больше похож стал на какого-то это ТВ камерамен Титана, блин. Таким этим джетпаком. О, поехали. Не, ХП больше, кстати, ХП больше. А урона сколько у нас? Давайте посмотрим. 400. Ну, урон такой же остался, но ХП стало больше, ребята. Мне было 1010, а теперь сами видите, что 1700. Так, это что сейчас? Бластер так выстрелил. Мы сейчас нажмем, посмотрим, что он себе представляет. Давайте. Опа. Хорош. Да, ХП явно стало больше. С этим не поспоришь. Давайте бластер оставим на Титана. Кстати, я его перекрасил в черный цвет, да, ребята? А у нас изнутри все равно выглядит унитаз так же, как он выглядел до этого. Ну, это на самом деле не очень приятно. Все-таки, вот, я думаю, сейчас он будет черный конкретно. Ну, хотя снаружи, видите, когда вот камера подъезжает, он вроде бы черный. Ну, не знаю, короче. Сильнее вроде бы не стали бить. Ну, ХП прибавилось, но мне кажется, ХП из-за того, что мы поменяли скин на Джимена, скорее всего. Ну, как-то так, ребят. А, подождите. Блин, сорян, я чуть-чуть не пропустил. Здесь еще есть навык второй, видите, сверху. Опа. Нифига себе, не-не-не, все нормально. Видите, это не просто скин. Тут еще... А ну-ка, потише сделай, а то он орет. Оказывается, не только скин, ребят, еще дополнительный навык появился. Это очень радует. Я уже чуть ли не расстроился. Давайте попробуем на вот это, на Титане. Проверим наш выстрел. И посмотрим, сколько ХП. 2759, ребят, запоминайте. Нифига себе, сколько он. Ну, бластер тоже не слабо. Покалечил нашего Титана. Ну, вроде как дальше все, да. Сейчас, если что, опять-таки мы пройдем, допустим, задание. Но я думаю, что вот эти уровни, даже не прокачав G-Man, можно пройти. Потому что на обычном скибидисте не так все просто было, на самом деле. Ну, по крайней мере, приходилось бы уклоняться, чтобы пройти уровни. А здесь, видите, здесь просто можно тупо спамить вот этими навыками, плюс удар. То есть очень даже все это классно выглядит, все это работает. Ну да, видео будет коротким, ну что поделать, потому что надо было бы еще, конечно, прикупиться брони и все остальное. Еще, знаете, чего не хватает, ребята? Не хватает того, чтобы вот не так вид был, да, скибидиста, а хотя бы чуть-чуть сзади. Почему-то же мы там его экипируем всякой броней, там, красим его тудым-сюдым, и в итоге, когда мы бьемся с агентами, вообще не видно, что мы поставили. Только один бластер виден из того, что... И даже не видно, что мы играем за G-Man. Только когда игра начинается, вот так приближается камера, только в этот момент заметно. Остальное просто как обычный скибидист. Вот это бы было прикольно. Может быть, возможно, не факт. Но если вы сейчас будете лайки прожимать, возможно, это видео продвинется вперед. И мало ли, вдруг может Диперкольт и Магадан увидеть это видео и послушать нас, прислушаться. Кто согласен, опять-таки комментируйте. Пишите, что согласны. И, возможно, это в игру добавят. Ну, спасибо, что досмотрели. Короче, в планах будет еще ролик на Toilet Company. Поэтому никуда не пропадайте. На днях обязательно выйдет. До следующих видосов. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, прожимайте на колокольчик на все уведомления. Также еще есть ссылки на Discord канал, на Telegram канал. Они будут в описании, эти ссылки. И там мы часто общаемся по разные темы, по разные игры. И даже вот на туалетные игры, так скажем. До следующего раза, всем удачи, всем пока.